Всем привет, с вами снова Кокос, и мы продолжаем отстраиваться в игре Little Big Workshop. Итак, сейчас выберем сейв. Будем бороться за звание золотого завода. Попутно пытаюсь расширяться. Так, кстати, да, крысы недостреленные остались. По-моему, я их не достаю. Так, продал я вот этот весь хлам, который... Гробики, стульчики. Которые у нас, скажем так, не успели мы его поставить. Не зашло у нас. А ну стоять! Не нравится ему в этой комнате, видите ли. Так. Оптимизация. Так, мне станков надо больше. Вот эти штуки у меня уже не используются. Наверное, я их даже продам, потому что у меня есть укомплектаж. Специализированных станков. Поэтому все вот эти я, наверное, просто продам. Освободится некоторое место. По-любому злорадствовать, да? А, нет, эй, дружище, я устраиваю грандиозное барбекю, и мне для этого нужно много барбекюшных штук. Здорово. Мы, наверное, даже возьмемся за это. Это означает, что мы достигли максимального уровня с ними. Так, надо... перед ними стрелять, а? Еще одна. Ну, вот там как раз и сидит. Перенесите мне, пожалуйста. Сейчас все выгрузит. Посмотрим, сколько. 35 тысяч было. Все. Так, 5500... Это нам дали за выполнение, ну ладно, и где-то 11 тысяч, порядка 11 тысяч дали за хлам, который мы сейчас продали. Так, рынок, давайте сделаем хороший заказ. Литье есть, пресс есть. Вот это, конечно, желательно бы избегать. Уж очень мало у меня его. Хотя нет, мы сейчас это, наверное, просто исправим. А исправим мы как? Мы закажем такую же штуку. Токарный станок. И еще одну табличку, чтобы их связать. Давай. Блин. Алло, у нас появился шанс поработать со знаменитым дизайнером мебели. Нам срочно нужно изготовить прототипы для ее новейшей серии стульев. Заказ относительно небольшой, но сделать его нужно срочно. А пока мы вот с этим, мы не успеваем. Так, что по поводу вот этих? Блин, мне нужно еще одно очко, чтобы сюда закинуть. Я вот хочу улучшенные станки. Быстрее, производительнее и универсальнее обычных. Хочу попробовать их. Потому как думаю, что для выполнения вот этого пунктика, что два заказа нам надо покрыть по сборке сразу. Во-первых, нужно много станков, нужно много денег и много рабочих. Но если сейчас мы начнем улучшаться, мы просто просядем по деньгам. Да, будем делать много, но много будет простое. Так, создать план. Литейка. Сборка у нас на 5 идет. Отлично. Пресс. 1. Сейчас посмотрим, что у нас проседает. Так, здесь станок на 2. Разрезание. И литье. Литье у нас на 2 станках идет. Итак, 4 часа, 4 часа. Блин, сборка все равно 10 часов. И да, смотрите, 20 часов.
Если сейчас это делалось на одном станке, это было бы еще кучу времени. Сколько ты делаешь? 5 дней. А я сделаю это за 46 часов. Давайте, пробуйте. Если вдруг сейчас что-то пойдет не так, мы просто добавим, думаю, станков. Так, чтобы проследить вот этот путь. 18 часов. 2 часа. Стоп. Сборка 2-2-2. 2-2-2. По-моему, норм. Привет, Салават. Уже начали опережать, уже хорошо. 49. Блин, все равно, смотрите, долго. Долго. Сейчас ресурсы привезут. Выложит. Донаты есть? Нет. Извиняй. Теперь у нас 16 часов. Один сюда еще. Норм. Опережение графика налицо. На сборке. На сборке все хорошо. Разделились на 5. Вообще, думаю, если мы там будем еще даже раздвигаться дальше, продвигаться, то вот это будет... Складская и погрузочная, то есть и сборочная у нас линия. Так, здесь мы, наверное, сделаем таким вот образом. Как-то через Ctrl можно ее? Например, Ctrl? Нет. А если Shift сожму? Во. Так, удалить. Как бы так сделать-то тебе? Ну, посмотрим. Сделаем и посмотрим. Потому что вдруг большие детали, и они не смогут их на полки ложить. Блин, уже помехи, серьезно? Подрихтуем. И здесь норм, да? Ха! Доброго вечера, удачного стрима, как вас. Спасибо, аристократ. Вот это пространство, которое перед ними, оно уже как бы заранее, да, предусматривает момент, что я... Что там будет что-то ложиться вниз. Так, во что теперь упирается? Только в сборку? Нет, еще здесь сверлится. Так, и сколько мне нужно будет? По крайней мере... Здесь я успею, наверное. 760 зарабатываю, да? Это просто заказ хороший. Есть что-то еще? Один день, 2 часа. Если мы сейчас раскидываем, мы делаем его... Нет, плохо делаем. И тратим на времени больше всего на сборке. Но еще вот здесь сгиб. Если будем лить... Нет, все равно плохо. Пойдем дальше.
Сделаем четвертый. Пока топовых станков у нас нету. А, я надеюсь, что они еще будут. Все, работу начали еще и туда выдавать. Новый заказ пришел. Не эпический? Нет. А, он удалил этот. Понял. Кстати, велик надо попробовать сделать. И да, и велик. Велик не надо просто попробовать сделать. Надо прокачать этого типа братва и бицепсы. И потом еще и роботов уйти. Митсурелла пока нам не дает заказов. Сборку пока починим. Потому что сейчас очень много в сборку еще уйдет у нас. Этот заказ нам вроде 50 тысяч там даст. Два часа еще распределить осталось. Один час. Кто там хочет позлорадствовать? На у кого есть все место в мире, практически нет работы. Даю подсказку у вас. Да иди ты. Это из-за того, что, наверное, я выкупился, да? Куча места у меня, но... Нет толком работы. Смешная шутка. Не поспоришь. Beholder 2? Я поиграл, но не стал записывать, да. Выполнено. Так, пробуем сделать велосипед. Велосипед мы будем делать... что? Из чего? Два часа? Либо... Не сборку, давайте лучше сварка. Либо так 26 минут, либо так тоже 26 минут. Будем использовать разные станки. А, здесь литье, значит здесь уже возьмем... Так вот... Еще одна сборка. Литье. Сварку берем, наверное, поставим. Ну, кстати, если мы поменяем. Не, сварка долго. Что у нас получается? Так, здесь шитье. Это сидушка, да? Так, назначили, выбрали. Привет, мистер Безум. Что за трэш второй день у тебя? О, кому трэш, а мне вот, например, прет. Трэш. Я разносторонний человек, мне нравятся разные игры. Так, вот это, наверное, долго выйдет. Все. Нет, шитье. Шитье на вот этих двух. Что-то не готово. Блин. Велоаксессуар. А если мы сами сделаем его? Что будет у нас быстрее? Один час из пластика. Два часа так. Либо с прессом. Один час 43 минуты. Ладно. Готово. И последняя сборка. 39 часов на 7 велосипедов. По-моему, неплохо. И очень много станков занято. Когда шутеры будут. Ну, когда будут шутеры, тогда и будут. Outer Worlds выйдет 25-го.
Red Dead Redemption, который я собираюсь поиграть на ПКшке и уже предзаказал, выйдет в ноябре в начале. Monkey King тоже неплохая, говорят. Блин, не знаю, не зашло мне Monkey King. Так, еще добавляем литья, потому что у нас очень много упирается туда. Колда тоже 25. Опять 25? 25-я колда. Так, заказ. Давай сделаем заказ. Где мои деньги? Во. Уже лучше. Пошла работа. Давайте, опережайте, опережайте. До сих пор выгружают, что ли? Но. Так, допустим, мы хотим сделать рабочую зону здесь. И указать... Вот эти станки, вот этот и вот эти. Там вон еще один. Тоже пусть, ну ладно, пусть рабочая зона. Сейчас все укажем. Не знаю, что из этого выйдет. Надеюсь, ничего не испорчу. Так. Разгрузка. Стоп, нет. Все правильно. Это сюда и сюда. В два раза больше литья. Правильно. Опережение есть. Допустим, если мы сделаем так, и вот сюда еще выставим один. Несколько уменьшим в размерах. О! Когда тат откроешь. Купите любимые цветы. Детям. Пирожные, мороженые. Чего вы на всяких стримеров их тратите? Так, велик не влазит. Хотя, если это готовая продукция, он должен уже выносить, по сути. Так, ладно, баланс пока меня радует. Который у меня есть. Особо будет, если мы седухи. 15 тысяч. Так, нет, у этого проекта мы уже сделали. Блин, робота попытаться сделать. Седуха и вот это мы уже прокачали их, так ведь? Да. Ждем от них супер-пупер заказов. Привет, стример. Привет, модеры, привет, зрители. Привет, Серк Шэдоу. Любая игра становится лучше, если в ней можно издеваться над миньонами или заставлять их драться на смерть друг другу. И при этом Оверлорд тебе не понравился. Привет, безумный гуль. Человек-парадокс. Фидель. Так. Ладно, давайте тоже попробуем робота сделать. А, нет, не попробуем. У нас еще два... станка. Раз, два, три,
Это будет 32 тысячи стоить нам. Если начать роботов делать. Причем... Сколько? Минус 104. 9 сотен. Минус 4 и плюс кофейный столик. Нет, обойдешься. Автомат с конфетами. 26 тысяч. Странно, вроде только что было там 32, нет? Ладно, видимо, скидка. Ты какой-то садист, у тебя предки не гоблины были? Нет. А, это ты Фиделио. Оверлорд, монотонная игра, иди интересно, но геймплейном мне она не понравилась. Мне понравилось некоторое подобие игры, точнее, по концепту, на Dungeon Keeper. К тебе в этот заходили герои, и ты должен был не выпустить их из подземелья. Вроде Dungeons, да, называлась? Еще первая часть, не которая, а вторая, там она измененная. А мне вот концепт первый нравился. Вы начинаете серьезно действовать мне на нервы. Компания ZOT была одной из моих крупнейших дочерних предприятий, но вы ее и переросли. Приготовьтесь к смерти, я имею в виду к закрытию. Да, закрытие более уместный термин. Иди отсюда. Так, велосипеды всего 9900. Обидненько. Так, ну-ка, быстренько разгрузились. И вот так вот. Все, теперь я могу попробовать сделать роботов. Создать план. Раз. Голова из чего делается? Здесь сборка. Ладно. Еще сборка. Еще сборка. Нарезка. Нарезка будет 53 минуты. Ну, а если изменим? Нет. Нет, все-таки нарезка. Так. Чего у нас много? Литья, по-моему, у нас много. Что из этого делается быстрее? Деревяшки 4 часа, либо так 6 часов. Наверное, все-таки железо. Нарезка. Давайте вот этот использовать. Вот этот. Литья здесь уже будет достаточно. Хотя литье у нас сейчас довольно-таки много. 3 часа. 1 час. Есть такой станок, значит, будем его использовать. Социал-дарвинизм. Dungeon Keeper 1.2 играл. В игру наподобие я не играл. Dungeons. Она вроде так называлась, только первой частью. По смыслу, точнее, по наполнению, первая и вторая части Dungeons вообще различаются. Мне первая понравилась, издеваться над героями разных классов, которые приходят к тебе в подземелье и пытаются что-то там хапануть и свалить. Вот, ты им должен был помешать. Продумывая какие-то ловушки и тому подобное. Так... Литье. Ой, много-много снорки, много-много сборки. Жуть просто. На пятишку. Так. Нарезка дерева вроде только в одном. Нарезка листа, железо, сварка. Один час, норм. Сгибание 7 часов. Блин, напряжно. Пресс, сколько здесь? Еще 4 часа. Ну что, 2 дня, 12 часов мы будем делать. Нам дают 4 дня. У
Ух-ух-ух. Плата, конечно, 27 тысяч. Бесспорно, круто. Если не забуду, ну посмотри. Так, что у нас очень-очень бьет? Вот это, да, например? Здесь и здесь мы тратим нехилое количество. На 3 часа, ладно, на 3 станках. Походу, я еще бы дольше бы делал бы. 2 часа, 4 часа сборки. Ладно, ладно, не критично. Но вот это, 4 часа. 7 часов литья. 7 часов литья. Так. Оборудование. Где ты у нас? Сгиб-то. Сгиб по железу. Вот. Блин, еще литье добавить. Опасно, опасно так по деньгам проседать. Ну да ладно. Так, ты сюда, ты сюда. Все, по крайней мере, в два раза мы должны были это дело сократить. Сгибание. И сгибание. 4 часа. 7 часов. Мы точно это изменили? Или просчет не на то? Ладно. Вообще, каждого станка нужно иметь как минимум 2. Это уж точно. Поехали. Перейти к плану. Работайте. Деревяшки, наверное, просто простаивать сейчас буду, да? Так. Забрать этот. И забрать этот. Долгая-долгая разгрузка. Для 6 роботов сколько материалов. Все, в опережение вышли, нормально. Привет, только что закончил смотреть твое прохождение Пайн. Спасибо большое за игру, пожалуйста. Мадам Свит... Свитилиш? Свитлиш? Извиняй за мой французский. Так. Гномы. Понял. Где еще? Чё-то я их... А, во, вижу. Хулиганов. Еще один. Может, ты здесь где-то высаживаешься? Вот спрятался-то. По-любому где-нибудь здесь прыгать. Привет, у нас появился шанс поработать со знаменитым дизайнером мебели. Нам срочно нужно изготовить прототипы для ее новейших серий стульев. Вы звоните не вовремя, если честно. У меня уже проект идет, а два проекта я пока боюсь брать. Где еще хитропопый гном? А, все, видел. Так и думал, что ты где-то здесь. Здорово. Так, а теперь смотрим. Вот у нас... Хлоп. 200. 200 фрезеровкой. Во.
Улучшенная циркулярная пила. Это все, что нам дали? Слушайте, а вот этой высверливания у меня даже не было, да? Даже на столах не было такого. Да. Интересный станок. Фрезерует быстро и точно. Экструдер для металла. То есть теперь мы можем вот эти две заменить на вот эти две. И у нас дело вырастет аж в два раза все. А ты что приехал? Что-то привез? Так, никто не халтурит, давайте. Работаем все, работаем. Так, они вот приносят сюда детальки, я так понимаю, да? И потом... Эта штука собирает роботов. У меня, кстати, было задание. 10 специалистов. У меня только половина. Это значит, что... Один металлург у меня. Давайте второго металлурга возьмем. Да, так и считается. То есть, вот эти... Не считается за специалистов. Два металлурга, два столяра и два сборщика. Давайте одного деревообработчика и металлурга. Желательно сборщиков, не знаю, до 5 столов, до 5 разогнать. Так что... А, 10. Все, приехали. Да, нужно больше людей. Не, ну неплохо. 326 я сейчас делаю в час. Якобы. Созданные роботы взбунтуются и убьют, ну, мечтательный смайлик. Нет. Не бывает такому. Не в моем прохождении. Куда музыка делась? О, слушайте. У меня затея-то была несколько другая. Переместить. А если я боком ее поставлю? Вот так вот. По-моему, это будет экономия пространства. Я хотел здесь сделать вот так вот стеночку. Так. И две дверцы. То есть, допустим, вот здесь, чтобы она не мешалась. И вот здесь. 570. Давайте. И здесь еще небольшую комнату отдыха. Вот это основная, да. Сюда не частенько сейчас заходят. Но вижу, многие ходят... Уставшие, чтобы они не перлись куда-то сюда, туда. Вот пусть будет по соседству здесь еще одна. Потому что здесь вот по-любому еще будет у меня большой отдел. И между ними как раз будет две комнаты отдыха. Это немного упростит. На сборке там еще будет много. 3 часа. На вот этих 6 часов висит еще. Ладно, развлекайтесь. Грустный смайлик. Блин. Нужны хорошие заказы. Один день, один час. За сколько я сделаю эти стулья? Например, 10 будет 4 часа. Это меня не устраивает. 3 часа. 4. Допустим, вот это будет вариант. Смотрите, 1. 3 часа. А вот этих у нас...
Нет, все-таки вот этот будет круче. Допустим, 4. 1 час. Сделают... Блин, все равно. В сборке. А если сборка у меня будет происходить на 5? Почему все равно остается 5 часов? Шитье. Вот, 1 час стоит. 1 час. То есть стояло 5 часов. Мы разделили. Но он все равно по 2. Так ведь? Он разделится же. Здесь вообще по часу будет. Я надеюсь. Это общий объем работы, по-любому. Не по моим подсчитываться, иначе не изменяется. Нет, пока не буду трогать. Пока боюсь. Сейчас пока этот буду делать, тот уже уйдет, наверное. Так, сколько у меня свободных очков? 1. Понимаете, нужно, чтобы 2 очка... О, пошла сборка. Он двигался. Где мы? На 7-м месте пока. Куй! Пока жду, где-то уже 3000 я потерял. За всякого рода зарплаты. Еще считаюсь в плюсе. Ух-ух-ух-ух-ух. Все, думаю, можно попробовать запустить. А, ну зашибись. Горячий план ушел. Нету перераспределения. Сборка на 5. Да. Поехали. Блин, во время погрузки. Нет, или выгрузка. Доставка пошла. Бикуй. Во. Снова живу. Так, лыжи взяли. Как у меня тут движется? Отгрузите 50 единиц улучшенной продукции. Кстати, надо, наверное, на улучшенку заглянуть. Деньги уходят. Есть что-нибудь, что растет? Вот, например, дрон. Ящикобот. Только вырастает. Попробуем собрать. Несколько штучек. Пусть вот на такой релешке будет. 4 плюс 4. 22 минуты. 17 минут. Избыточное значение. Сколько деталей получите от этой операции? Лучше тогда и вылить. Чтобы не было излишков. Ну давай, все сами сделаем. Нет. Плюс 14. Плюс 6. Плюс 14 кубиков. Ладно. Надеюсь, что не критично. Так. 20 минут. 26.
Ладно, там пусть как раз деревяшки тоже подействуют. А то очень много здесь литья. Так, и пластик. Плюс 4. Блин, почему во время плана нету музыки? О, спасибо. Все выбрал. Или нет? Сборка, сборка, сборка. Сборка. Пресс. Напевать самому? Хм. Если начну напевать, начнут отписываться. Так, готово. Спой, кокосик, не стыдись. Большой проект. Робота же собираем, да? Так, все. Потихоньку. Пробуем. Небольшая плата, если честно. Ням-ням-ням. Пакомпа-компа. Тридцать четыре. Вот уже без проекта сейчас сделаю. И уже выхлоп-то совсем не тот. Удачного стрима, мне надо срочно глянуть что-нибудь за шкаливающим количеством насилия и расчлененкой. Давай. Напитался милоты. Доброты. Почему-то мне кажется, что я здесь делал полки. Куда они делись? Наймите специалистов. Не, делать роботов вот так вот что-то не выходит. По деньгам. 294. Сколько здесь примерно будет? Электрогитара 3. План производства. Угу. Опа. А такого станка у меня даже нету. Еще, да? Так что пока обламываемся. Получено. Опыт получен. План производства. Вот сюда. Давайте две штуки сделаем. Чтоб все работали. Нужен хороший проект. Не окупаюсь. Не окупаюсь. Так. Переносной камин. 4000. За 4000 как-то неохота. 14 штук. За 5 дней.
О, отлично. Лыжи. Создать план. План готов. Работайте. Лыжи в приоритет. Есть еще вот такие роботы. 17 тысяч. Все, пошло вверх, норм. Дрон, приветствуем завод. А, 2573, пожалуйста, произведите следующий. Дрон 9 штук хотят. Мне обещали, что я смогу делать приставки. Что-то я их пока не вижу. Нужны люди. 12-13 станков простаивает. Хотя могли бы работать. Так, 35 тысяч. С этого я сгребу сколько? 5 тысяч. Блин, вообще ни о чем. Милые грызуны. Кто еще на меня? Ну, давай. Шесть штук осталось. Так, ну эти по другому, походу, маршруту бегают. Сюда. Хотя вроде в плюсе. Еще 3, 2, 1. Но он оттуда не убежит. Территории. Кито тама. Сгружайте уже. Чем новый проект брать? 9400. Level up. Уровень 2, отлично. Так. Давайте вот на этот, наверное, согласимся. Создать план. По-моему, это уже было, нет? Минут. Пусть будет пластик. По минимальным показаниям мы должны в плюс еще остаться. Так, зарплаты 11 тысяч. Оплата, прибыль. Блин, вообще просто никакущая прибыль будет. 400. Мне на зарплаты уйдет. Уйма. Невыгодно делать. Ну что поделаешь. Отношения нужно налаживать.
Раз, два, три, четыре. Будут лучше отношения, будут лучше проекты. Чувак, если не будет трудно, пожалуйста, поставь в описании ссылку на скачивание твоего сохранения Pine, пожалуйста. У меня игра около Фидала слетела. Скинь, пожалуйста. Салават, я не знаю, я могу в Дискорде кинуть. Если найду. Стоп. А что это было? А, 50%. Не, не канает. Так. Сборка 81, литье 54, заливка пены. Инъецирование. Вот литья много. И сборки много. Очень много сборки. Тумц, тумц, тумц. 40 тысяч. Ну, ладно. 4 тысяч плюс. Я думаю, я смогу себе... О! Покажите всем свое умение обращаться с деревом. Всего лишь 2? А умножить на 2? Умножить на 2. Можно одну большую площадку и... Пх! Дерево. Оставим пока на потом. Для больших каких-то помещений. Можно одно большое помещение и за счет... Верстаки. Переместить. Так, куда еще тут влезет? Давай так и так. А, да, заказать. Все. Теперь 8 станков. У меня по сборке. Ну, по крайней мере, опережаем. А вот с этим плохо, то, что оно встало у меня, да? Так, ну-ка, иди, отгрузись. Хоть какие-то бабки получить. Сейчас раз. И закрывается на рынке данный товар. Обидно, наверное, будет. Так, давайте здесь еще сбацаем полочки. Как у нас в предыдущих. Вроде неплохо работает. Практически не мешается. И крупных деталей я вроде даже не вижу. Так, что там еще у нас? Лыжи. Осилим, интересно, нет, второй проект. О, сноуборды.
Какие на тебя работы еще остались? По сборке. Ну, 8 часов здесь, да? Здесь все распределено. По литью. Там 20 минут. Да, очень много на сборку идет. Dead are alive? Dead are alive. Что-то я такое даже не помню. Это что такое? Хэштег 6949. А, все, понял. Это то, что ты там в Дискорде? Ну, после стрима. Да ведь? Я думал, ты просто в этом, в стриме есть... В Дискорде есть, там проще бы и нашел бы тебя. Там кину. Так, надеюсь, они у меня еще остались. Ну кто там опять? Отличная идея для новой летней продукции. Должна помощь с прототипом. Поможешь? Я бы с радостью. Но, по-моему, я и не успею. 23 часа. Ну-ка. Создать план. Создать план. Много у нас литья. Пресс. Вот этих станков много. Пробуем, скажем так, выбрать. Угу. Так. В общей сложности выходит 11 часов. Ты мне хочешь дать 23 часа. Давай попробуем. Сборка. Блин, все тут поменяется, конечно. Так. Выбрал. Пресс. Шитье. И литье. Где-то здесь. О. Готово. 11 часов 41 минута. За 5-8 часов. Ну, то есть за 5800 проработать 11 часов. Надеюсь, успею. В приоритет. Ну, ребят, ну я же обещал, что вы успеете. Ну что такое происходит? Во, во, во. Понеслось? Почти же догнали. По сборке. 51 минута. 24. Все вроде норм. По-моему, они просто ленятся. Не, такие проекты надо выставлять, когда у тебя свободные станки, свободные, потому что возможно, что так, это парный станок. Вот, здесь уже забиты. Эти станки уже забиты вот этими деталями. И поэтому не дает. Он только на одном сейчас и может работать. Получена оплата 0. Ясно. Рынок пуст. Попробуем просто скинуть. Продать. Новые прототипы. Авось кому-нибудь зайдет. И причем здесь не могу обновить линию. То есть по приоритету. Активируйте перегрузку, чтобы повысить скорость производства рабочего места на 50%. А нагрузка при этом увеличится вдвое.
Можно, кстати, попробовать разогреть таким макаром, когда не успеваешь. Следующим, наверное, попробую сейчас сноуборд сделать. Королевское барбекю, походу, ждет очереди на сборку. Что такое? Машинка? 12 штук дадут. Да, продать. Так, машинка. Сколько? Прибыль 11 тысяч. По-моему, норм. Шитье. Хотя сейчас сумма, наверное, изменится, да? Все так молча смотрят. Оторваться нельзя. Привет, Александр. Так, раз, раз, раз. Много шитья. Много шитья не есть хорошо, потому что у нас всего один станок на это дело. Так ведь? А, нет, два. Если что, добавим. Отлично. А вот заливка пены у нас одна. И там очередь один час. Ну ладно. Думаю, справимся. Где ты тут? Странно, по-моему, я машинки уже делал. Почему проект за них заново переделать? И погнали. Что не так? Что я сейчас делаю? Куда? У меня... О, нет, 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 нет. Вот черт. Я перепутал. Походу взял еще один проект. Плохо дело. Краска, заливка. Так, ну литье они быстро сделают. И сборка. Надеюсь, машинки сейчас стоят в приоритете. Так, стулья. Нет, машинки все равно выше. Они вообще должны быстро-быстро закончиться. Сейчас профукаю два проекта сразу. Долгая разгрузка, народ. Устал и скоро начнет расшвыривать груз. Взгляните на погрузочную зону. Что за завод для муравьев? Отстань. Слушай, он сейчас швыряться начнет грузом. Но... Типа грузчиков у меня недостаточно, да? Угу. А тут у нас на сборочных уже лежат королевское барбекю. Кстати, одну продадим. О, цена пошла вниз. Пока я всей этой ерундой занимался, цена на него практически обвалилась. Агент Немезиды? На вашем заводе происходит что-то подозрительное. Возможно, к нам пробрался один из... или несколько шпионов. Выследите их, поймайте, пока они ничего не натворили. Ух ты. На зоне парковки машин выставь больше людей. Выставь больше людей?
У меня людей сейчас пока нанимать нельзя. Мне нужны очки навыков для этого. Так, все тип-топ. Надо смотреть, я так понимаю, на смайлики. Кто из вас шпион? Вот ты похож на шпиона. Да, кыш отсюда. Ни черта ты не делаешь. Я за тобой наблюдаю. Вот ты еще похож на шпион. Все. Все шпионы повержены. Правой кнопкой ткни на парковку грузовиков. Расширить, разрешить все. Назначено рабочих. Все, понял. Блин, я надеялся, что машинки вообще у меня быстро-быстро залетят. Но нет. Так, машинки где-то уперлись. Здесь аж 26 часов. Подожди-ка. Поменяйте по поводу приоритета. Вот так уже стоит. Из-за этого... Может, сразу ограничить? Да. Извиняйте. Что так получилось? Так, реально все сюда упирается. 15 часов 21 минута. Ну, в покраске ладно, тут сколько? По-моему, вот сюда сейчас все упирается плохо. Для заливки пены. Давно хотел уже добавить. Так, а где-то у нас... Потому что все чаще и чаще с них встречаю. И доску. Раз, два, три. Во. Заказ. Так, операции. Ну, ну. Кто-нибудь быстренько. О, молодцы. Так. Все заказы на рабочую доску. Есть шанс, есть, что вырвемся. Так. Странно, почему показывает звездочку? Я, по сути, никого уже не могу повышать. Ну, разве что... Да. Техника исследовательских разработок. Супергрузчика. Грузчик-профессионал. Ладно, машинки хотя бы вытащили. Вопрос. У меня был случай. Саботаж. Я так и не понял, что да как. Вроде ни шпионов, ничего не было. Ты встречался с таким? Нет. Были слизни, были гномы, были крысы. Вот сейчас был шпионаж. Надо было взять и отметить подозрительных личностей. Вот троих шпионов Немезиды я нашел. Саботаж я вроде не видел. Плохо дело. Рынок. Чё по проектам? Машинка делается. Двадцать часов. А ты захочешь за семь дней? По-моему, норм.
Если я даже начну. Воу, 31. Тридцать шесть. 40 часов. Еще успеваю. 42. Слизни и так далее, это как задание выпадает. А у меня просто вылетел саботаж и взорвался станок. Так было два раза. Не, слушай, я так еще не видел. Ты, наверное, просто уже Немезиду совсем-совсем доконал. Я еще не успел. Блин, минуса, дикие минуса. Сокращается расстояние, давай. Да собирайте уже. Уже один, уже проект уже не можете сделать. Что? Не сейчас. Да ладно. Справились? Нет? Уф. Работаем. 44. Вроде в плюс. Было начало игры, тогда нет. Слушай, даже такого не видел. Не сталкивался с таким. 19 свободных мест. Как будто у меня прям таки вообще нету людей. Какой черт тогда лыжи взял? А я думал потянул. Ага. Они лыжи даже не начинали. Осталось две... Нет, не две. 17 тысяч. 17 тысяч, чтобы... У нас появились очки, чтобы... А, стоп, людей могу купить. Попробуем нанять еще рабочих. Ну, не знаю. Пусть будет так, до 4. Thank you.
Ну, это уже не справится. Не, ни в коем случае. Не догнать им. Или... или потянут. Здесь только осталось вот сюда на три станка закидывать и все. Гроза гномов. Улучшенные. Давайте, не знаю, ну сделайте одну барбекюшницу. Прибыль минус 10 тысяч, ясно? Роботы. Вообще невыгодно. Зарплата аж 39 тысяч. Стоп, серьезно, будет делаться... 263. Это о чем? Что-то не так в этом, да? В описании. Либо... я пытаюсь сделать одного робота. 139 дней. Время работы. Быть этого не может. План. Сноуборд, покраска. Что будет быстрее? 30 минут так, заливка, либо вырезка. Заливка. У нас как раз есть количество достаточное. Сборка. Заливка. И покраска. А вот я Глебус, короче, нет идеи у меня пока, пора мне на пенсию, всем хай, привет, Глеб. Что-то с подсчетом, по-моему, не так. Времени. Или это все из-за гномов? Я забыл сделать одну вещь. Комнату отдыха я здесь хотел сотворить. Одна кофемашина. Раз, два, три. Две кофемашины. Игровую приставку. И стол. Что за... пошли с печеньками и чаем? Где еще один? А ну вылазь. В любом где-то здесь. Я забыл, что я людей-то нанял. Вот. Проказник. Грузовик прибыл.
Так, двое. Два очка у меня. Два очка. Специалиста по пластику. Супергрузчик. Либо в дополнитель. Но здесь все дорого. Здесь у нас все дорого. Доставить. Все, отлично, молодцы, погрузили. Не верю я, конечно, что все так плохо. О, новый уровень. Ну, все тип-топ. Что будет упираться? 1 час лишний остается. 1 час, 1 час. Прям дикого спотворения нету, столпотворения. Жалко, в игре кредит нельзя брать. А что ты... Сидел на 40-50 тысячах. Раньше не парился из-за... В минус там в 3 выходить. А сейчас 23 и уже как-то боязно. Боязно. Заказ. А ты... А, все, понял. Полка привез. Можно попробовать еще один, то есть вот такой сделать. Раз уж мы тут уже хорошо опережаем. Сколько? Примерно на треть. Блин, а я что делаю? Я не в... А, я в проектах делаю. Кораблики. 614, 600, 330. Попробовать. 3600. Если... Ну, блин, провал здесь такой. Попробовать такого робота сделать еще. 3600. Поставить. План производства. За каждого по 1500 буду врубать. Пробуйте. Потом цена-то их сейчас пока расти будет. Зато все заняты работой. Так, звезд у этих нету. Нам нужно несколько специалистов. Пятьдесят восемь. Как мне вот спрос на это забить? 58 роботов. Испытания. Самокаты. Такие дроны. Так, можно мне какой-нибудь горячий контракт? Серьезно? Я только попросил, они уже готовы дать. Давай, посмотрим. 1, 5, 6, 20 часов. Ты хочешь это все дело за один день?
А здесь мы выбирать не можем. Например, 3 часа. Нет, все-таки вот этот, да? Работайте. Пробуем. Блин, погрузка! Нет! А, нет, все, разгрузились. Не успеваю. Сокращаться сокращается, но походу я опять не успеваю. 127. Давай, давай, бегать. Во что упирается? 1 час. 1 час 38. Блин, вот опять уже шестеренки были. Хотя заказов, ладно, на сборку не особо много. Но вот здесь все упирается. 2 стола еще свободных. Надо иметь каждого станка по 2. Вот по-любому. В общем, сейчас дают заказ, если какой-то. Будем проверять, чтобы реально по 2 станка было. Упирается все в один. Че ты у нас делаешь? Гибочный станок. Да. Я подозревал, что в тебе. Гибочный. Сгибочный. Так, а в новых сгибочных нету? Нет. Тум-турум. Ай, заказ. Что же, за заказом приехали. Так, самокаты. Или что это у нас? Шитье. Не, давай вот так. Литье. Одну такую. Еще пусть литье. Нет. Две сборки. Вот опять один станок у меня такой. И на нем будет тратиться 4 часа. Хотя нет, сейчас мы не на скорость сделаем, так что здесь должны будем успеть. Да и деньги нам нужны. Работайте. Потому что если одиночный станок, то он... Даже моя бабуля управляет заводом лучше. Да, твоя бабуля умерла, потом воскресла, я помню. Привет, Крат. Так. Что у нас получается? Если идет на один станок, например, мы очередь приоритета меняем, то у него есть функция упорядочить очередь по приоритету проектов, но это надо делать вручную. То есть, а если у нас доска, то она сама автоматически меняет приоритетность. Поэтому каждому лучше иметь по 2, чтобы все это автоматизировано было.
Повторно купленный материал нельзя использовать после отмены производства. Они начинают выкидывать в помойку. Угу. Он не засчитывается. И излишки, которые, например, в проекте там идут, они тоже его выкидывают. Блин, я не вырываюсь, не вырываюсь. Мне нужны супер-пупер контракты. Что там с рабочими? Мне бы пару специалистов по пластику бы заделать. Стоп, что? Куда? Да. Какие-то деньги получить с этого. 225. Доделывайте уже робота. Я иду вниз. Штук 4 халтурщика. Испытание, проект. Давай дрон. У нас есть уже проект? Есть. Есть, которые мы, например, добавили. Станки. Сгибатель металла? Нет? Да, у нас вроде 2 сгибателя металла. В отличие от того плана. Нет, все норм. Так. 6. Здесь сборщики. Листорезка. Литье. Сборщики, сборщики. 3 штуки. Вот все правильно. Когда создаешь проект, на материале стрит. Стоит ярлык грузовика. Импорт. Значит, можно как-то свой склад указать? А, нет. Он в проекте указывает... Что... Так, сейчас. Он показывает, что можно... Ну, то есть, что это будет доставкой. Она приедет к тебе. То есть, здесь тоже выбираешь. Да, это доставка. Но на некоторых элементах есть... Нет, в этом проекте нет. Вроде в роботах есть. Сейчас. Есть вариант детальку не привезти, а самому ее скрафтить. Где-то... Вот это вроде. Ну-ка. Да, вот. Смотри. Мы выбираем либо ее заказать, и ее уже целой деталькой притащат. Либо ты, если хочешь, например, не покупать ее, а можешь ее сам выставить. И тогда... Не знаю, потеряешь, ну, то есть, заработаешь там какие-то копейки и еще больше. Не, сейчас кого-то еще нанимать еще опасно. Сколько у нас... О, первые пошли. Сборщиков. Это же сборщиков у нас двое, да? Три этих. Давайте, наверное, сделаем вот так. И вот так. Больше профессиональных сборщиков нам... А, во, достигли. 10 специалистов, да? Здорово. Добрый вечер, Кокос. Привет, привет, Таразитос. Плесень? Боже, ваши рабочие обнаружили в заводе плесень. Избавьте от нее, пока она не распространилась и не начала создавать настоящие проблемы.
Я бы с радостью, если бы видел эту плесень. А, во, вижу. Что там, ультразвуком ее? Она автоматически? Стоп. Где еще? Вижу. Доставка пошла. Эй, алло, перенесите мне. Серьезно? Кто-нибудь перенесите вот эту штуку сюда. 16200. Че хотим? Эй, дружище, мы подумали и решили, что пора подкинуть тебе настоящую задачу. Для ежегодной гонки по горам нам нужна целая куча горных велосипедов. И это премиум заказ. Стоит всего лишь 92 тысячи. По-моему, я его беру. Смотри, тебе правда в нечего играть? Да слушай, ну нравится мне эта игрушка. Пока ждем выхода других. Все, нет. Я больше не вижу еще где-то плесень. Осторожно, здесь перенеситесь на всякий случай. Плесени нет, но... А, во-во-во-во, вижу. Вон тут, за холодильником. Зашибись. Мне ее поставить некуда. Fallout Shelter. Слушай, Fallout Shelter я играл. И после того, как мне аккаунт обновили, и все мои донаты туда вылетели. Не, Bethesda, я сказал спасибо. Я столько мистеров этих, как его, мистер Пропер, или как его это называют, роботов, делал себе на каждый этаж. Но они поступили со мной так. Взяли, не сохранили, не засейвили. Обидно было. Так, супер-пупер велосипед на 92 тысячи. Заказ. Руль, сварка, литье. Ладно. Восемь часов. 19 часов. Разобьем. Омбат широкого. Так, вот этого нету. Педальки. Так что заливкой делаем. Пластик. Здесь экшена больше, чем в Fallout Shelter. Что ты мышь? Можно собрать предмет, не переносить? Собрать, а не переносить? Не, не понял. Ладно, точнее понял.
Я понял, что ты имеешь в виду. Но я хотел переносить, чтобы сразу. Мне-то его оттуда не надо вытаскивать. Он там задуман. И на будущее, чтобы не переставлять, он теперь уже стоит как надо. То есть в следующий раз, когда будут нападать вот эти плесень, он меня раз сюда вплюхнул, то есть для этого места. И норм. Так, куда делась? У меня что... А, вот. Литье. Давай. Сейчас еще с дронами достичь пятого, то есть третьего там уровня. И будет вообще шикарно. Во. Доход пошел. Так, нет, 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 только нельзя профукать ни в коем случае. Велосипед нельзя ни в коем случае профукать. В чем загвоздка? 43 минуты, 2 часа. 1 час по литью. 4 часа. На раскладе. 7 часов на заливке, на 3. Этот уже психует. Надо было немного подождать. Давайте, я вас верю. Не, опасно, опасно еще набирать. Тридцать два часа. На 8 станков. Сейчас до сборки еще ничего не дошло, да? Так, где-то за... Так, все, с покраской не разрулили. Очень много на литье, я смотрю, у меня, да, вышло. Печалька, такой проект взять еще и не добрать. Давай, металлурга. Ну, даже сборщики уже на металловом фоне, на литье стоят. Шесть часов. Часа. Ну вот работает 1-2, но не все же напрягаются. Есть кофеин. Есть. Переместить. А, здесь есть уже игра. Ладно, перемещу сюда.
Привет, Марат. 5 часов, 4 часа. Супер проект, но ни одного велика не собрано. Чё я так жестко уперся? В литьё немерен. Так, у меня есть какой-нибудь загрузка до... Не знаю, 55-40. Блин. Это далеко. Фаталити заказ. Заказ на 90 тысяч. И вот так вот взять его в никуда кинуть. Жестко профукать. Пипец. Машины со звездой уже дважды не выполнил. Есть один плюс в этом. 400к денег. Не успевал 2 или 3 машины не докрафтить. Не, ну с такими звездочками я успевать-то успевал. Так, сборщик и... Стоп, ну ты еще звезды нету, блин, они звезд сборщика хотел сделать. Да не может быть, чтобы у меня налетел, у меня... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть танков стоит. И я прогораю на литье? Или то, что я не разгрузил вовремя. Может, в этом плане. Семь дней. Затрата. 7 дней. 8 дней. Создать план. Выполнишь его еще раз, он по новой будет. Не знаю, я выполнял полностью, они исчезают. То есть одна фирма один заказ только выдает. Тупо людей не хватило. По-моему, они у меня просто от безделья бегали. Так, сколько нам надо? Эти 10 специалистов это одно. Еще 3 роботов давай. 50 единиц улучшенной. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, слизни. Вот тебя нашел. Вижу тебя. Вижу тебя. Ну, у кого еще один слизень? Признавайтесь. У кого еще один слизень? Пробуем тебя. Нет. Стоп, стоп, где-то прицепился. Вылез. Все. Так, после этого контракта нет? Нам топовые выдали. Или нет? Походу нет.
левела, братва. И бицепсы. Заказчики. Ну да. Супер велосипеды. Отлично. Пусть они доделывают ящика ботов. Чтоб все было свободно. Мастерские, все. Роботов не доделайте, пожалуйста. Средний 1 час 51 минута. 41 час 20, давай. Раз. 3 станка, в котором один только, наверное, у меня и используется, да? Самые 3 станка дорогих у меня. Отремать все. Сейчас мы будем готовы. Куй. Наставка. Все, да? Поехали. Так. Здесь литье. Сборка. Что бы я здесь, наверное, не выбирал, она одинаковая. 3, 5. Сварка. Шитье. Сборка из... Ну, пусть так лучше будет. Берем на это все 8 часов. Девятнадцать часов. По-моему, вот этот какой-то жесткий. 8 часов. 7 часов. 3 часа. 6 часов. Здесь не выбираю. На сборку. Шитье. 55 минут, норм. Десять часов сварки. Поделенное на 2, наверное, да ведь? 11 часов, поделенное на 3. Они ругаются, да-да-да, куй, куй. Да, людей побольше. Вот все, кто говорят, людей побольше, скорее всего, просто хотят, чтобы я продул. Потому что я не вывезу... То есть на этом контракте я могу заработать, я не спорю. Но потом на обычных контрактах я не вывезу даже вот, ну, заработную плату уже не вытягиваю. Мне какие-то станки покруче надо, их большее количество или как-то в этом духе. 4 дня, 6 часов. Ну, естественно. Что-то не так. Что-то не так.
Смотрите, 4 дня, 6 часов. Для доставки. Сборка. Литье 64. Заливка пены 42. Что я не подключил? Тебя? Семь часов сборки. Семь, три, четыре, шесть. Горный велосипед. Ну-ка, сохранить. Нет мощи для заказа. Потом еще людей, которые буду набирать, надо бы это послать. 10 специалистов есть. 4 дня, 6 часов. Когда я вот подключаю, то есть 8 подключаю или 1 подключаю, почему у меня здесь цифра не меняется? Транзитос, здесь высчитывается сразу количество времени. Это актуально или оно будет как раз таки делиться на станки? Серк, к тебе тоже вопрос. Ну засейвить я засейвил, смотрим. Может глюк? Да нет, смотри, вот, не вытягивает он, никак не хотят. Нанять больше грузчиков, они повышают эффективность завода, да-да. Что надо? Знаменитым дизайнером. Ну, людей я добавил. Да, 4 человека, но блин. Сам проект на планирование удали. Проект и создай заново. Приветствуйте, Саша с СВТ. Рабочий упал от усталости. Вот сейчас уже опережаю. Добавил 4 рабочих. Они выправляют это дело. Ну, у меня огромнейшее просто ощущение того, что как только этот проект пройдет,
И вот эти суммы, да, уйдут. Я начну спускаться из-за того, что я не успею. Выплачивайте им заработную плату. Не, ну сейчас успевают. Там 3-4 станка, 2 только проставят. Они все станки-то позабивали. Даже свободные людишки появляются. Но, блин, мне сейчас просто нужны будут шикарнейшие проекты, чтобы держать темп. Горный велосипед. Недостаточно места на склад... Приехали. Плюс 4. Здесь телек есть, здесь телека нету. Телевизор. Плюс 4. Кофе еда, блин. Сейчас еще здесь места не будет хватать, да? Продать. Вот это. Давай, 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 тянем, тянем, тянем. Крополя остались 3 часа. Есть! Смотрим, как мы справимся с дронами. Нужен опыт теперь у этих. Для еще одного шикарного проекта. И опыта, опыта, опыта. Ты один. Один час норм. Ох, сколько литья. Сборка. Так. 43 часа. Ты просишь 7 дней. 7500 в плюсе. Работаем. Хлоп. 92 000. Грузовик прибыл. Так. Как бы так... Разбить эту площадь. Так, мне нужно сдублировать, к примеру, вот этот пресс, переместить. Так. Это переместить, например, вот сюда, чтобы они были в паре. Тебя
тебя переместить сюда. Экструдер для металла. Надо его сдублировать. Где ж ты? Вот он. Заказ. Так, и пресс. Тоже хочу сдублировать. Блин. Как так сделать, чтобы ты не здесь стоял? Переместить себя сюда. Ну, спасибо. Заказ. Раз, два. Так, допустим, тебя тоже перенесем сюда. Там будет табличка. Нет, табличку поставим с этой стороны. Да. Раз. Токарный станок, металл. А, блин, я смотрю, где единичка. И пока его переносят, он отмечается как их две штуки. Заказ. Дать все сюда. Эй, я поставить. Спасибо. Так. Чтобы сдублировать, это сдублировать. Давай тебя тоже сюда перенесем, гильотина. Так. Благо бабки есть. Где-то у нас гильотина. Здесь можно сдублировать тебя. С этой стороны так. Бразиновая пила. Плазменный резак, по-моему, сюда уже не помещается. Ну, чуть-чуть свободнее, значит, будет. Так, этот на раз-два. Без разницы, тут какая толщина, да? Так и так он занимает квадратик. Окей. Брызная лобзик. Сгибатель, пресс. Да где же ты? Вот плазменный резак. И к тебе обозначенная доска сюда. Все. 214 минус 214. Так. Это зона.
Разорвать, разорвать, разорвать. С ним. С ним. Ладно. Заказ. И с ним. Раз, два, три. Окей. Все по доскам, да? Да. Так. Зона. Зона. Так. Так. Да. Нет. Да. Все, по-моему, готово. Я еще даже в минус не ухожу. Какие вот эти станки нам надо обновить. Обновить до более крутых, улучшенные циркулярные. А они размером будут побольше. Так, ладно, циркулярки тогда здесь сейчас запихну. Стоп. Блин. Какой из них фрезеровочный? Сотка. Где тебе? Сейчас тут продублировал-то, наверное, да? Нет, стоп, еще не успел продублировать. Фрезеровочный станок у нас находится, по-моему, в сборочной. Вот он. Да. Улучшенный фрезеровочный мы сейчас сделаем. Так. А это у нас по дереву. Сюда. Здесь выставить супер-пупер. Стоп. Куда она подевалась? Да. Продать. Надеюсь, вы сейчас ничего не будете уже пилить. Штук. Пес в Москве поливает, как из ведра. Не дошел до дома, доплыл. Так, это готово. Стоп, а здесь я что, доску не заказал? Я же заказывал. Жуть какая. Так.
плюшечки нам сюда. Типа игровой автомат, клумбочку, кофейный столик. Все условия. Автомат с конфетами. Воду. Пока не знаю, буду я здесь стенкой закрывать или нет. Возможно, что нет. Блин, все еще 24. Ну. Вроде все получше. Доставить. Так. С дронами же мы, да, еще не сделали? Да, с дронами. Но, блин, первый ранг только. Создать план. План есть. Все ли так хорошо в этом плане? 2 на 200, он уже, смотрите, обновленный. Так, вот здесь, правда, у нас уже 3. Здесь 2. Пресса 2. Интересно, можно будет автоматизировать сборку? Так, там литейка. Это что такое? Для рабочего места требуется рабочий столяр. Рабочий столяр. Вот оно как. То есть обычный типок не сможет на нем зафигачить. Я понял. Все, работаем. Так, дрон еще есть. Блин, пока велосипеды остались. По-моему, я уже готов выдерживать 2 заказа. Даже не так. У меня уже необходимость есть выдерживать 2 заказа, иначе... Иначе можно обанкротиться. О, нет, стоп, давай, вот у нас есть эта побрякушка теперь. Аж 2 штуки. Процентов уже не канает. Так, так. Я хочу автоматическую сборку. Где? Так. Покажись. И сварка. Вроде готово. Чего-то не хватает здесь. Опять смурфики. Все, вроде готово. Надеюсь и вправду, что сработает. Второй проект. Выставить. Ну, по крайней мере, опережение по первому проекту уже началось. Идите, гномы. А мне нужно вытаскивать мой баланс.
Гномы. По-моему, где-то я тут его видел. Нет? Еще один. Попался. Ну, опережение, да, шикарное. Второе место! Тяну. Наверное, все-таки два проекта не стоит брать. Лучше брать таком... Что, алло? Как интересно, что это вы тут строите? Это ваша личная бездарьская? Да, идите. Например... Ну, роботик. Вот, вот. Хорошая вещь. Давай, по новой. 14 минут. Пресс. Клейка либо резко. Давай резко, наверное. 16 минут. 14. Должно быть быстро. Резко. Ну-ка, клейка. 41 минута. А если нарезку? 10. Так. Сварка. 18, либо литье. 18. Ну, пусть литье займется. Вот так вот. Интересно. Для доставки 51 штука. Я ее делаю 7 часов. Сколько мне нужно, чтобы сделать 51 штуку времени? По-моему, феноменально много. Позже можно будет по 2-3 заказа выполнять, чтобы рабочие не проставили и баланс в минус не шел. Ну, я так и пытаюсь сейчас вырулить. Возможно, я не 2 заказа надо брать. Сейчас по спросу один делать. Чтобы как раз таки они не простаивали. Потому что вот сейчас... 2 заказа. Один все равно делается, а второй стоит. Создает опасность ситуации. Капает на нервы. Где-то прессы. Один штука. Ну, опережение, да, опережение вообще хорошее. Только я стремлюсь к банкротству, да, сейчас была надпись? Обалдеть, свободных рабочих мест. Типа у меня еще людей не хватает. Рабочие. Ничего не специализировались.
Да, я слушаю. Помнишь, едите на доске? Говорят, едите в наше время от них просто пищат, и мы намерены этим воспользоваться. Поможешь нам? За 20 часов? Вы пока не создали ни одного плана? Это еще что? На рынке всевозможно начинать планирование при помощи создать план. Дайте угадаю, они... У меня нет еще технологий, наверное, да? 32 рабочих, и то мне кажется, что не справляется иногда. Не, ну крутяк. Я к подъему своих рабочих как-то вот потихоньку отношусь и несколько боязно. Сколько у меня сейчас их? Всего 18. Я боюсь в минуса уйти с ними. Почему я скейт не могу делать? А ты сделал уже золотое испытание? Вот это. Разитас. Рыночный спрос по двум направлениям сразу, блин. Возможно, мы можем просто посмотреть и какой-нибудь... А, слушайте, средний. Средний, небольшой заказ. Смотрим, 21 и 18. 18 катапульт? Даже вон, 15 катапульт. А, он закроется. Что-нибудь такое дешевенькое. Кухонный мультитул. Слушайте, чем оно дешевле, значит, оно должно быть тем легче так и делаться, так ведь? Возьмем вот это и мультитул. И забацаем их. Вообще, мне нужен типелла, который будет бегать и автоматически чинить все. Вот вместо этого грузчик, когда ему делать нечего, пусть бегает и чинит. Четыре. Хотя я могу уже расшириться. Новое. Ух, как соблазнительно-то. Метал-специалист. Чего? Вы никогда не хотели произвести что-нибудь поинтереснее мебели и товаров ширпотреба? Митсурейла занимается быстрыми автомобилями. Думаете, вы сможете стать нашим поставщиком? Давайте попробуем начать с двигателя для одной из наших машин. К такому вы готовы? Движки. Оборудование. То есть у нас здесь пресс. Есть... Модифицированный пресс. Нет, о, литейная, литейная красота. Стоп. Плавит металл, чтобы заливать его в форму. Рекомендуется обработка в перчатках. То есть, если это 100%, то в чем плавлю я? А в чем прикол тогда вот этой литейки? Плазменный резак. Преобразная пила. Будут у тебя... Да я знаю. Я же видел просто. Вот этих фишек типов. Я их уже спалил. Металл. Дерево сборщик.
Грузчики. Ноль. А до них так и не добрался, до людей пластиков. Насколько круто литейная. Та плюсовая. Почему в процентах я не вижу? Насколько она круче? Движки, кстати, неплохо стоят. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну, с великами, смотрите, уже в половину, да, справляюсь. С супер велосипедами. Тайлина, там потом литейка 250 будет. А вот насчет этого я уже не уверен, что ты мне сейчас говоришь правду. Знаешь почему? Потому что я до максимума довел литейку. Обслуживание. Оптимизация рабочего места. Повысить эффективность всех рабочих мест, сократив время всех операций. Там от тук. Что значит тук? Качественный материал, профессиональные станки, оттук для литья и пластмасс, а для деревяшек уже не будет. Блин, сборочный станок и манипулятор деталей. Место Uber. Доставить. Так. Не, барбекюшницы прям по плану я, наверное, не буду делать. А вот эти два заказа. Двадцатка спрос. По-моему, я их быстро смогу сделать. Покрытие. Не, лучше покраска. Ага, ага. Денег у меня, надеюсь, хватит на данную затею. Потому что придется еще и выждать, чтобы это все продукты лежали. Продукция, то бишь. Лежала, не рыпалась. Хотя 20, да? 25 часов всего. Работайте, братья. Так. И что, мы хотели еще вот это попробовать. 1 час примерно на гномика, да? Ща мы сделаем золотой завод. Ага. А, литейка, вон. Нет у нас такой пока. Раз, два, три. Так. Раз. Все вроде. Что-то не так вот с этим.
Это прям не, по не, показано, не показывается на нем. Может, вентилятор надо переставить? Тебе когда перерыв? Будешь дальше еще стримить сегодня? Сейчас, подожди, я должен взять золото. Я назвал ролик, что идем к золотому. Название золотого этого завода. Я не остановлюсь, пока не закрою. А там уже потом посмотрим, буду я сегодня стримить или нет еще. Я вообще что-то забылся, сколько, блин, времени. Быстро что-то вообще летит. Так, 44. Ну да, это будет подольше делаться. Тогда, наверное, его мы выставим в некоторый приоритет. Кухонный мультитул на первую очередь. Понеслась! Грузовик прибыл. Так. Мне нужны как-то отдых еще раз кочегарить здесь. Холодильник сюда не влезет? Трофеи ставь, они X2 дают. Они дают X2 чего? Вот этих. Я вот сюда как раз его хотел поставить. Давайте, стоп, у нас знание этого появилось. Знание железа. Заказ. А где знание дерева у нас будет тогда? В банкрот и летим. А, нет, водитель начал раскидываться. Паразит. Хулиган. Ну еще бы там столько этих весов. На 44 штуки. Надеюсь, что мультитул не отлетит. Так, ты не собираетесь еще отлетать в ближайшие пару дней? Больше рабочих на выгрузку и загрузку. Так я поставил же. Мне и так уже там десятка. Не знаю, ну пусть слегка и бегает. Так, давайте доделайте уже барбекюшницу. Сейчас мешаться еще будут. Деньги улетать. Доставь. Блин, два заказа. По-моему, даже разных. Почему появляются свободные халтурщики? Чего-то здесь не хватает. Здесь не хватает игры в шахматы. Куда она делась? Если эти маленькие комнаты, то здесь должно быть нормой все быть.
Здесь по деньгам я не сильно просяду, пока делаю этот челлендж. 26 тысяч. Так, пока не исчезают. Пока не исчезают. Кстати, цена сейчас на них вырастет, на мультитулы-то. 43 уже спрос. А на эти 29. Ой, стоп. На. Где еще? Не попал. Вижу тебя. Нет. Слез там, по-моему, да? А ну-ка, признавайтесь. В ком слезняк сидит? Мозгослизни. Вот ты подозрительная, нет? Чересчур какая-то она энергичная. Вылез. Все. Кэш. Когда еще по первой ловишь их, когда они только прицепляются, да. Можно сразу поймать. Но потом, когда они уже внутрь залазят. Так, мне нужно будет покрыть еще девятку здесь. Тут на одну меньше. А вот этих еще надо будет девятку. Ми-ми-ми. Два очка. На два очка я пока ничего купить-то и не могу. Ага. О, начали собирать. Цене. Так, ну по цене они все растут. 29,43. Спад будет, да? И здесь спад тоже намечается. Так что все, повышать, наверное, больше не придется. Этого хватит. В комнате, где пресс стоит, чего-то с настроением. В комнате, где пресс стоит. Вот они, прессы, все нормально здесь с настроением. 296. Нет, не сюда. Так, вот такое уже есть. Кофейный столик. Ну,
Грузовик прибыл. О чем? А, он эти привез. Так, и так у нас осталось 21 тысяча. Еще немного, и я стану банкротом. Так, три цена растет, спрос унижает, понижается. Удовлетворить рыночный спрос по двум товарам среднего или улучшенного качества одновременно. Сейчас кухонный мультитул заканчивается, сборка, и сюрприз коробки просто полетит. Надеюсь, что места хватит для готовых материалов. Стопэ, ждем. Компа, компа, компа. Место. Место, 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 место. Да чего? Ваш участок выглядит просто убого, пустой, сырый, ничего интересного. Да иди. Что мне хохотун. Так. 41. Уже меньше, да? И здесь... Блин! 2, 9. Почему спрос-то вырос? Пятишку. Ну давай 6. Велико потанпатанана. 13 тысяч. Чёрт. 34. Спрос должен оставаться. 41. Здесь норм. Всё. Цена там вырастает. 34. Хватило места. Еще две. Ну. Тридцать три. 9000. Итак. 41 доставить. Есть! Уровень завершен. Поздравляю, вы справились. Ваше руководство помогло заводу достичь нового уровня. Загляните в раздел исследований и разработок, там можно найти кое-что новое. Доступ к самым потрясающим улучшениям для вашего завода. Получено 8 исследований разработки. Может сюда куда-то уже бахнуть? Повышение рабочих, сократить зарплату специалистов на 50. По-моему, вот это мне надо, да? Тогда я смогу больше людей держать. А здесь что? Зарплата операторов и грузчиков сократ... Стоп. Специалисты.
Это не операторы. То есть операторы это у нас такие. Красненькие, да? Это красные операторы. А у меня специалисты. Бахни обе. Цена найма новых рабочих сократится на 50%. А, ну на. Ну-ка, циферка как должна измениться? 220. Чего там? Эй, помнишь рекламу тренажеров по телевизору? Нам тоже нужно такие изготовить, поможешь? Ой, слушай, да по-любому помогу. Сейчас только вот с этим разберусь. Бахнем в зарплате. Ну, она должна уйти уже. Поменяться. 28 тысяч. Ни черта толком, считай, не заработал. Убил спрос. Так, ну что, мы достигли золота. Теперь у нас... Что это? Завод победителя. Отгрузить 800 единиц продукции, обойти корпорацию Немезида по средней выручке и частоте стоимости. Чистая стоимость, мы почти приблизились к ней. Ну там выручку по часу. На контрактах, я думаю, мы сделаем спокойно плюс. То есть, ну, делая контракты, плюс делая что-то на рынок. Я думаю, мы это вполне сделаем. Но это будет уже в следующий раз. Всегда минус. Да я в курсе, что я ничего не делаю. Но сейчас минус должен уменьшиться, потому что зарплата должна урезаться, понимаешь? Всем спасибо за просмотр, за компанию стрима. Огромное спасибо. Ну, а я с вами прощаюсь. Ну, и надеюсь, вам понравилось. А я с вами прощаюсь. До новых встреч, новых видео. Не знаю, сегодня еще осилю, не осилю. Ах, понедельник, такой сложный день. Даже для стримера. Пока-пока.